Командировка в 45-й. Под таким названием открылась выставка карикатур Александра Дьякова. На 15 полотнах героически изображен советский солдат-победитель и сатирически представлен образ врага. Работать над карикатурами художник начал еще 8 месяцев назад во время поездки в Берлин. Тогда, стоя у стен Рейхстага, в воображении художника и начали вырисовываться сюжеты будущих картин. В Саратове выставка пробудет до 5 мая, а уже 16 числа эти полотна будут представлены на фестивале Российского географического общества в Москве. После чего вновь вернутся на родную землю и, возможно, будут переданы в фонд Музея трудовой славы. Эта идея мне пришла в Берлине, когда я был 9 мая позапрошлым году, стоял у стены Рейхстага, так совпало. Вот тогда-то я и подумал, что надо мне отправиться в командировку в 45-й и нарисовать то, что я там увижу. В итоге за полгода я эту выставку и нарисовал. 12 живописных карикатур, картин, как я их называю, в жанре фронтового плаката. И 3 черно-белые работы в жанре военной фотографии.